Привитос, амигос. Ну что, значит, на сегодня какие планы на эту серию? Значит, обследовать универмаг Фэланс. Здесь он не фалосами там торгует. И уже плавно, быстренько и размеренным шагом выдвигаться к убежищу 95, дабы завершить квест спутника, то есть спутницы Варвары. Варвары Грогнак. А потом, когда я завершу ее сюжетный квест, тогда уже можно будет взять другого спутника, который даст свой квест спутника. Не знаю, у петельки, по-моему, квеста спутника нету, как и у робота, то есть не должно быть его. Кстати, интересно, может тут какая-нибудь секретная концовка, если к пацану прийти с роботом. Хотя мне кажется, что они тут каких-то нежных чувств к роботам особо не питают. Не любит она быть на открытом пространстве. Агрофобия, да, как называется, боязнь открытых пространств. О, нарядить тебя, что ли, в такое? В розовенькое. Кстати, хочу объявить особую благодарность чуваку, который написал, что я пропустил пупса. Вот же зоркий глаз, когда я разговаривал с этим, с Пикманом на полу, он увидел, или как там, Пикман, да, на полу там пупс валялся, я его не заметил, потому что он маленький. А чувак на записи увидел, вот, имя, к сожалению, ник я не запомнил, потому что у меня память больно короткая. Но это, кстати, к вопросу о том, читаю ли я комменты. Читаю, читаю. Не всегда отвечаю, не все лайкаю, но читаю. Так, собственно... Ох ты, блядь, супермутант Громила, смотри. Громилу разгромило, кстати, а опыта за него аж 45 дали. Выходит, это здание захвачено супермутантами. Мясо жалокрыло. Какой он гурман. Чё он тут делал-то? Блокпост типа себе какой-то обустроил, что ли? Ну вот это вход в больницу должен быть с крыши. Дверь. Понятно, что дверь. Чё еще тут есть? Ничего тут больше нету. Понятно. А, это не загрузка. Это просто дверь. Это просто дверь, здесь просто ядерный блок. Да, черт возьми, скоро, видимо, придется все-таки залезть в ядерную броню, потому что этих блоков у меня уже, ну, просто, как бы неприлично не звучало, просто жопой жуй. Не знаю, зачем чьей-то жопе жевать ядерные блоки, но их просто уже очень дохрена. Я не знаю, где в инвентаре посмотреть, но по моим подсчетам уже штук 8 у меня где-то должно быть накоплено этих блоков. Так, понеслась, понеслась. Что там хрустнуло? Швабра. Зелени тут нет. Там орки переговариваются, что ли? Скучать по консервным банкам. Ладно. По стелсу или как спецназ? Давайте по стелсу. Хуяк дверью все поебало. Отлично, блядь, по стелсу. Как вылезти-то отсюда? О, у них собачка там есть. Собачка не видит, смотри. О, блядь, он еще и с миниганом. Попробуй прострели эту трехлявую дверь у тырок. Кстати, а почему у меня перевес? Что-то не понял. Вместителем вместе. А, черт. Зачем я вот это таскаю? Парик помпадур. Блять, ладно, это я потом на выходе из универмага разберусь. Некогда. Экшен, экшен, пошел. Выстрелы что-то беззвучные какие-то происходят из-за лагов. Перекурим. О, меня похиляло вовремя, левел ап случился. Так бы я, наверное, загнулся. Ни хрена в меня пуль влетела. Так, а что я хотел? Взломы, наверное, да? Ой, автоматическое оружие наносит на 20% больше дамага. Взломщик. Очень сложные замки можно вскрывать. Это значит, что можно пойти и креолятор забрать. Легальным способом, не читуя. Ёб твою мать. Он мне руку сломал. Он мне руку сломал, а я ему жопу порву. Да, что-то у меня не очень получается ему жопу рвать ножом. Ну давай же ты, уложи его. Крит. Бам, и толку-то с этого крита. Даже не добил.
Блять, из этого пистолета сам Пушкин стрелял, нихуя не попадает. Баиньки, сучка. Миниган. Вот чего не надо, того не надо. Ты посмотри, а? Сколько их тут развелось. Я супермутант, меня не остановить. Кто это орёт-то? Девочка надрала тебе жопу, как ощущение? Кому ты надрал-то? О, может здесь? Ля Куаф, смотрите, новая прическа. Вы нашли выпуск журнала «Новая прическа». Пиздец. Отличный бонус, это именно то, ради чего стоит собирать журналы. Пачка сигарет, коробка сигар. Шкафчик, что тут есть? Ничего больше нет, что ли? Дерьмо какое-то. О, вот это я шмальнул в бутылку молотого, которую он метнул. Врубайтесь, да? И он загорелся. Но это хули, это скилл, пацаны. Это, ха-ха. Ну чё пиздеть, да? Ну мастер. Мастер играет, мастер все в деле. Да ёб твою мать, слышишь, не время, походу. Но всё-таки. Она, кажется, врубилась, да? Зачем она мне нужна в основном? Таскать мой хлам. Дай-ка мне мой яростный силовой кастет, а я тебе отдам, знаешь что? Я тебе отдам клинок этого, блядь, Пикмана. Как там тебе его отдать-то? А чё? Ну, клинок. Кейт, слишком тяжелый груз. Я у нее только что забрал основняк. Она миниган подобрала, понятно. Блять, как она меня заебала, это что-то. Предмет, оружие. Миниган выкинуть. Просто клинок Пикмана, что-то он ни хрена не дамажит. Она пошла кулаками его бить, что ли? Ёб твою мать. О, протекторон. Это наш шанс. Как его выпустить? Тейл 0. Форм 0. Фром 0. 0-0-0. Пиздец. Сплошные 0-0-0 совпадений. О, бест. Одно совпадение. Надо зацепиться. Фит? Да, сучка. Охрана порядка. Мочи. Мочи, сука, этих супермутантов. Давай, выходи, выходи, протектор. Блять. Я что-то не вижу лазь. А, вот он, мочканул. Она, смотрите, за дробовик схватилась. Блять, пиздую. Мне кажется, что силовые атаки это все-таки не ее фишка. Протекторон там перестреливается. А я тут был, да? Ага. Блядь, нихуя тут этажей. Но это последний этаж хоть? Ой-ой-ой. Не знаю, сколько у меня гранат, но, по-моему, они кончаются. Это кого это разорвали? Рейдера. Недолго мучился рейдер. Здесь, видимо, кухни какие-то продавали, что ли? Не показался ли там? Показалось. Так. Кейт, дай-ка, блядь, уладим. А где она такое, блядь, оружие взяла? Демпфирный, гладкоствольный. 26 дамага, дерьмо какое-то. Пиздец, да почему у нее перегруз-то вечный? Пусковая установка.
Охотничий карабин. О, кстати, у тебя же дрын есть. Мутанты истребляющий. Хуярих. Легкая броня для собаки, пиздец. Короткий боевой карабин 2. Короткий двуствольный дробовик 2. Ты, блядь, где это берешь-то все? Сука, овца, чтоб ты, блядь, чтоб тебе плохо было. Где этот короткий боевой карабин? Сука, как выключить у нее, чтобы она все это дерьмо подбирала, а? Барахольщица ебаная. Да, блядь, не та кнопка. Похуй. Государство не обеднеет. Ширяйся. Что там, очередь за Кока-Колой, что ли? Смотрите, с одного ваншотнул. Еще одного. Ну, где другие-то? А я буду снайпи... О! Очень много дамага. Видимо, дальность полета пули не такая большая в этой игре. Вообще без дамага, отлично. Или типа это мимо было? Баффет больше не действует. Понятно, что. Пепельница в каждой кабинке. Тут какие-то важные, видать, переговоры шли постоянно. Давай, Баффет. Блядь, что бы я без него делал, без Баффета? Умер бы я, наверное, от разрыва пупка, блядь. Пытаясь поднять с пола свои вещи. Нихуя себе. Это что такое? Легендарный, блядь. Одним ударом. Леденящий дрын. Чё за леденящий дрын? Вес 3. Наносит 7-10 урона от холода. Заморозка цели при критических попаданиях. Охереть. Как это работает, только непонятно. О, подождите, а это что такое там? Крошево пошло. А это там бегает со своим дрыном. Ты можешь по кому-нибудь уже ударить? Все-таки, блядь, а чего у меня перевес такой? Броня серебряного плаща. Костюм Келлога. Ловкость дает серебряного плаща-то броня. Охуенно. Поборол очередной перевес. Где он говорит-то? Нихуя ты, мастер. Давай, давай, по корпусу работай. Апперкотище, давай. Щи ему бей. Собачатина. Самую жри. Итак, одни перевесы уже. Что тут у нас есть? О, психо, Баффет. Тарелочка. Довоенные деньги. Кому хоть довоенные деньги можно продавать? И зачем они кому нужны? Керамика, 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 керамика. Керамика, ёптать. Пачка сигарет. Ну, это, с этого ничего не получишь. Так... Бутылка из-под молока, ну и нахер она мне нужна-то. О. Стимулятор антиродин. Красная тарелка. В принципе, у меня керамики уже с запасом, наверное. Уже пора на что-нибудь другое внимание обратить. Осколочная граната, коктейль Молотова. Ах ты, ёбаный ты в рот. Посмотри, что сделал, а. Заминировали. Странно, тут на всю локацию один легендарный моб, и это таракан. Чё за бред? О-о. Опять ловушка. Ух ты, блядь.
Чё так мимо-то бьёшь-то? О, мясо болотника, нихуя себе. Давай, блядь, понавязали тут своих веревок. Военные деньги, да военные деньги. Ну, попали хоть? Хромает, смотри. Чё ты там показываешь, что ему типа пофигу? Это было просто, сказала Варвара, которая ничего не сделала. Ручка, говничка. О, сейф. Давай уже пора артефакты какие-нибудь. Пупса, журнальчик какой-нибудь нормальный. Не про прически, а чтоб что-нибудь. Постоянно в сейфе какой-нибудь пистолет лежит. Патрон, патрон. Патрон. Ух ты, блядь. Сука, попал. Апперкотище. Мощнейшее апперкотище. Да, заебала ты. Nice. Торговец. Фланелевая рубашка и джинсы. Стелс-бой. Интересно, кто этого Стива Бушами тут завалил? Если он здесь закрылся. Да, на баф вот мой герой подсел, конечно, капитально. Развела зависимость. Чего зависимость? Где перевес-то? ПРСТ, пиво, глина, стаут, херак. Да, мы снова бегаем. Живем пока. Когда буду из локации выходить, схожу, слетаю, мусор весь свой скину. Только я не знаю, когда я буду отсюда еще уходить, потому что... Сука, тут до хера еще где ходить можно. В подвал, например, спуститься. Чего она там про боевую зону опять? О! Yes. Мастерски. Патрон, патрон. Серебряный век. Тактический. Что это такое? Взвинченный автоматический. Лазерная. Мало дамага, говно полное. Странно. Протектора навальнули. А это что такое? А чё всю тарелку? Кексик-то цепляй. Ну, это, походу, прикол какой-то, потому что... Наверное, пасхалка. Которая троллит все автоматы, достань игрушку, типа. Она никогда ее не подымет, наверное. Да нехотя она ее хватает. О, еще один. А вот тут, наверное, легендарный. Почему он дамаг-то не получил? Урона что-то Кэти своим дрыном не наносит им, по-моему, вообще. Скрытая атака, двойной урон. Как он заблокировал-то? О, еще один. Да, в принципе, нахуй он нужен, я сам справлюсь. Тут только один и остался. Блять, только не граната, ебать. Сука, говнюк, блять, тупорылый. Ебать. Они, кажется, прохавали мое слабое место, они эволюционируют. Please,
Давай его. Да какие нахуй выстрелы? Куда стреляешь-то? Он там зиговать пытался под градом пуль. Отчаянный какой чувак. Лицевой щиток из черепа. Интересный какой вид брони. Лицевой щиток из черепа. Сейф-то где? Ага. Интересно. Очень сложные замки. Это не последний уровень вскрытия, взлома. То есть есть еще что-то невероятное вообще. Какие-нибудь, наверное, невозможные замки. Модная щетка. Нахуй ее в сейф убирать. Химлаборатория. Да нахер она нужна. Блять, радиоактивная железа что, вес имела какой-то обалденный? Интересно, что за все-таки за лицевой щиток из черепа? А, хлам, видимо, нельзя одеть. Алкогольная зависимость. Пойдет, ничего страшного. У меня где-то там наркоманский дробовик лежит. Которого от зависимости дамаг только растет. Got it. Да, что-то в сейфах, я смотрю, в этой части ничего интересного не лежит так-то. Борода только всякая. Ну, больше тут ничего нету, видимо. Наверняка в этой локации где-то есть пупс. Но его найти тут просто невозможно, по-моему. А, это не... Мясо болотника. Да нахер. Так, перевес одни. Ну чё, все? Больше тут ничего нету, видимо. Да, похоже, что все. О! А это у нас что? Ты заебала, что ж такое-то? Легкий замок. На сложном не ломаешь шпильки, на легком. О, еще один. Набор модели рыбоглаза. Че это такое? Будильник, столовый нож. Ну, это терминал, понятно, протекторона выпускать. Нахер он нужен. Все, короче, ничего больше нету здесь. Бутылка из-под молока видали уже. Ну, я не знаю. Локация здоровая, населена супермутантами. А пупса я тут так и не нашел. А, вот туда же я хотел сходить, по-моему. Я открыл? А, все, я тут прошел, тогда понятно. Ну, тогда точно все. Сука, падла, задолбала. Все. Где выход отсюда? Фонтанище тут, ну. Же, неужели в фонтанчике пупсик нигде не стоит? А там это куда проход? Терминал. Еще и открытый. Что тут есть? Вы работаете дома? Разумеется, нет. Вы любите работать? Америка труится, не покладая рук. Почему вы не перенесли комфортные условия? Набор, который вы сейчас смотрите, может быть вашим. Не разумеется, покупайте. Что это здесь продают? Для работников дома. Лампы? Калибр 60 в кассе лежит, смотри-ка. Ага, вот еще.
Просто королевство замков какое-то. Got it. Все, ничего больше нету. Что странно. Ага, калибр 50. Да, ёб твою мать. А можешь как-то подольше действовать? В сральнике ходил? Ну, пупсика в унитаз-то могли положить. Жаль, трудно пупсиком посрать кому-нибудь. Все, 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 ничего нет больше. Напишите потом, где он здесь был. Где-то он, сука, был. Так, значит, теперь надо хлам выложить. Все. О, что это такое? Как во время выброса. Слетал, сбагрил, короче, все шматье. Весь хлам выложил, но вес все равно в инвентаре очень-очень большой. Блять. Легендарный, смотри-ка, нихуя себе. С лазером вооруженный. Заебись, я слетал. Слетал, выложил. Зато очки какие модные. Слетал, выложил весь хлам, все, вес очень большой. Забрал креолятор этот из убежища. Говно оружие, по-моему, это креолятор. Мало того, что у него дамаг всего 20, у него еще какой-то боеприпас особенный, крио. 200 крио патронов к креолятору дают, и все, больше ничего не дают. Поэтому придется, видимо, поберечь этот ствол до каких-то лучших времен. Я не знаю, может, где-то крафтиться должны эти патроны крио. Я хер его знает, что это, что значит крио патроны. Где их брать, если их нигде нет. Бобенку я одел. Блять, отлично. А чё ж там-то сохранение не сработало, ёб твою мать. Бобенку я одел в костюм этого Келлога, короче, который с него снял. Грогнака забрал у нее. Ну, костюм Келлога, он весит там 7 единиц, мне он надоело носить, лучше пусть, потому что она его на себе таскает. Вот, в общем-то, это все перемены, какие случились. По-прежнему еще пока не пытался крафтить оружие, я думаю, что это... Все откладываю, но оно и так, в принципе, находится уже апгрейженное, модифицированное, поэтому смысла-то нету. Опять кого-то рыбакоп показывает, а что такое? Кто это такой? А, ну это анклава броня, по-моему. Это броня, блядь, Мандачивана, нахуй, из пятого элемента. Заебись. Сейчас что-то свернуться попыталась. Все. Почему-то. Так, с чего лучше стрелять в этого урода? С дробовика попробовать его ушатать, что ли? Станция Роксбери. Я смотрю, что весь тут город, весь захвачен супермутантами. Все, готов. Okay, калечащий свинцовый стояк. На 50% больше урона конечностям. Лазерный карабин, молот, череп. Без теменной кости. Говно полное, ядерный мутант. Легендарный мутант. Лут вообще ни о чем. Ну как Кейт стала валить, смотрите-ка, в рукопашечку. Крышка. Мясо от скорпиона. Но это мне нахер ничего не надо. Все, я не буду больше это собирать. У меня аптечек до конца игры. Причем таких нормальных, стимуляторных. Пищу готовить. Тоже задолбала. Она, конечно, приготовлена. Начинает давать всякие плюхи, но можно и без них обойтись. Если особенно от перевеса не паришься. Вот. Слишком много тут мелочности в этой игре, поэтому приходится в инвентарь каждые 5 минут залезать реально. Тебе попадаешь в какую-то сложную ситуацию, надо там повысить силы. Ты начинаешь там принимать медикаменты, потом искать какое-нибудь мясо приготовленное, которое тебе эту единичку силы добавляет. То есть это полный пиздец тут. Они попытались... Это как бы, ну, в тактическом шутере бы хорошо смотрелось. Но здесь-то игра, она не совсем тактическая, даже если я сложность выкручу. Ну да, сложность можно поставить, но тогда я вообще на каждом шагу буду, блядь, в инвентарь залезать. Я сомневаюсь, что это кому-то понравится. Поэтому я хрен его знает, я лучше как-нибудь на высокой сложности, но не на последней. Это очищенная вода, вот это хорошо.
Я не слушаю, не читаю, что он там говорит. Говорит она все больше и больше. Станция West Roxbury. Сука, это еще одна локация местная. А вот это напротив, это что? Фултонс. А, это универмаг, да? А там больница. Универмаг Фелланс. Вот универмаг я, по-моему, уже зачистил, да. Ну, теперь станция, ёптать. Я не знаю, когда я тогда пойду в убежище номер 9. Ну, может, станция маленькая, хрен его знает. Хотя, что-то я сам в это не верю. Тут такие локации, они... Может, небольшая быть, но там 800 супермутантов на квадратный метр стоят. Хотя вот универмаг, он был, ну, просто здоровый, трехэтажный. И при этом там не пупсы, ничего, а журнальчик с новой прической, обалдеть. Кто тот человек безумный, который пойдет, скажет, о, у меня новая прическа, пойду-ка я ее посмотрю, найду парикмахера, где он там остался. Вот это я сейчас огреб нормально. Сука, зачем в этой игре рукопашное оружие ближнего боя, если есть дробовик ближнего боя, который валит куда круче? Все-таки ножом Пикмана бабу вооружать-то повыгоднее. Она, если один раз ударяет, у того кровотечение начинается просто дикое. И мне уже, собственно, можно ничего не делать. Закрыто на цепочке. Причем это уже, я так понимаю, третья, по-моему, станция, да, которую я обхожу в этой игре. И все они одинаковые, вроде как. Ого, подвесили. Хотел сказать, найди покой, окунись башкой в парашу. Отлично, сука, твою мать. Поздно заметил. Тайничок с крышками. В принципе, тут, походу, с такими ценами, как и встречаются в магазине, можно всю игру копить на что-то на одно. Там за 16 тысяч купишь в конце игры какой-нибудь кусочек говнеца. Мне кажется, каждая шпилька в этой игре имеет прочность, которая сохраняется. Типа, если ты уже ковырялся этой шпилькой и она уже погнута, то она сломается очень быстро. Фотокамера прощелк. Тут какая-то померла какая-то макрощелка с фотокамерой прощелком. Кстати, как на F поднимать или на E? У меня что-то не получается никого двигать. На E. Я видел, кошку в бак на видео кинули. Но у меня не получается предметы двигать. Не знаю, в чем дело. Подождите, ну если здесь закрыто, а куда мне-то идти-то? А, стопы, это здесь закрыто на цепочку. А там дальше иди. Ага, и здесь еще, смотрите-ка. А, патронов тоже с навыком барахольчик стало больше, чем надо. Ловите грену. И ничего. Из-за того, что грена взорвалась за стеночкой, походу, она вообще урона не нанесла никакого. Как хорошо в него зашли мои выстрелы. А вот это не очень хорошо зашло. Главное успеть добить, чтобы опыта дали. Чего? Патрон. Игрушечный инопланетянин. Интересно, тут вообще с нуля пушку можно скрафтить? То есть надо ли здесь вообще... Заебал это ядеркола. Надо ли тут собирать вот эти вот игрушки, хренушки? Они же, ну, вряд ли для апгрейда нужны. Заряжающий лазерный снайперский карабин. Тайник с крышками. Психа. Бафут. Заряжающийся лазерный снайперский карабин. Надо посмотреть, что это такое, заряжающийся. Чем он? Бесконечные патроны в нем, что ли? Это я знаю, кто с ним будет бегать. Да ёб твою мать. Yes. Да, военные деньги. Заряд плазмы. Вау. Так, немножко инвентаря. Предмет, оружие, заряжающийся.
Чего? АБВГД, где он? Ага. Ух ты, ёб твою мать, нихуя себе, 50 дамага. А мой сколько? Улучшенный, 45. Улучшенный? Извини. Никогда не знаешь, где найдешь крутую пушку, да? Ну, можно было, конечно, его продать, но, блядь, слушайте, с таким перевесом в этой игре вообще не до торговли. Ну, согласитесь, что невозможно таскать пушки на продажу. Может быть, когда прокачаешь там железную спину, там вот это все. Но и то это заебет мертвого, не знаю. Летсплей смотреть такого барыги, блядь, который там насобирал, насобирал, пошел продавать. Да как так-то, блядь? Почему я фуловый сдох раньше-то? Че я не так сделал-то? А он тоже во что-то такое, смотрю. У него в руках что-то такое не слабое. Ну, Крид, снеси ему башку. Ну, где? Танкуй давай. Я тебе что броню одел? О, 45 с него выпало, смотри-ка. Мясо когтя смерти. Ну вот мясо когтя смерти это что-то сильное. Я не часто убиваю когтей смерти. Вообще раньше эти станции, станции метро, они были как срезка. То есть ты в одном месте зашел, в другом месте вышел и срезал путь. И что это такое за локация? Что тут делать? Ага, двери в поезде открылись, да? Нет. Как по лестнице подняться? Чё за кнопка, блядь? Я вижу, что провод туда куда-то ушел. Ладно, вход в состав, видимо, где-то в другом месте. Вот еще. И уехал мой поезд. Нет, не уехал. Это интересно было. А вот еще. Пиздец, а так поезда управляются здесь. Собачья консерва. Пусть мутанты жрут. А, двери не открыть. Интересно. Да-да, слышу, тараканчик бегает. Что такое? Маленький говнюк, шпилька. Тут, походу, головоломка какая-то, как убрать поезда отсюда и пройти через них. Али нет? А-а-а, понял. А теперь сюда, смотрите, он поедет, да? Понятно. Что ничего не понятно. Подождите. Туда, если пройти, там, я думаю, точно пупс будет какой-нибудь. Хуйца, да? Ничего не понял. А зачем мне было в ту комнату ходить, если там ничего не было? Что-то там должно было быть. Поселенец с морковью. Спортивный костюм. Что-то он не похож на спортсмена. Кости, крышка. Супермутантам крышки не нужны, как я понимаю, да? Игрушечный грузовик. Это вот такой грузовик мне там за крышкой, за возвращение книг предлагали, да?
синяки. Что это у него? Глюконафт. Двойные деньги. Он что-то у него покупал, смотрите. Солнечные чичи. Наркобарыга поганая. Глюконафтами банчили, значит, да? Ага. И здесь тоже, смотрите. Можно херак сдвинуть. Зачем-то. Непонятно зачем, правда. Тут-то ничего нету, никаких входов, выходов. Ага, а вот с этой стороны секретка. Это я радио там слышу, да? Тут по-любому где-то пупсы запрятали. Не может быть, чтоб... Я вот тут всем этим занимался просто так. Что это такое? Промышленный растворитель, нифига. Первый раз такое вижу. Ну и поза, блядь. Что-то я нихуя не понимаю, зачем это все двигать? Вообще не понимаю. Ну, тут вот выход уже, походу. Nice. Создание брони. А, вместитель, вместительный комбинезон. А комбинезон можно апгрейднуть? Кожа, кожа, рожа, блядь. Понятно. Но это в убежище надо этим заниматься. Клей. И будет плюс один клов. Будет чуть валять. Ну, хуй с ним, это все потом. Сейчас важно понять, для чего я сюда попал. Виски, терминал. Ради сейфа, что ли? Кстати, журналы, которые подобрал, надо читать в инвентаре или как? Или подобрал, и они уже дают бонус. Ремонт путей. Ага. Пожалуйста, обратите внимание, что на станции West Roxbury установлено несколько испытательных технических центров для диагностики монорельсовых путей. Временные установки, сроки работы. Хуйня какая-то. Баскетбольный мяч. Верстак, который нахуй тут с ним ничего не сделает, потому что ну никто, ни один псих не будет с собой таскать хлам, чтобы что-то из него тут крафтить. Может, я тут ради глюконафта? Выстиранное голубое платье. А что за глюконафта хоть? Глюконафт. Удача 3, харизма 3, сила минус 2. Да, удача, блядь, особенно. Удача особенно хороша. Под глюконафтами. Как у Гарри Поттера, прям зелье удачи. Помните, где он выпил? Я нихуя не понимаю, что тут надо. Я намерен сдаться, потому что это полная хуйня.
Здесь только у одного поезда, у одного вагона, вернее, открытые двери. Поэтому центральные нажимаете, заходите и выходите. Зачем нажимать крайние? Что это дает-то? Серьезно, нахер это нужно? Кто-нибудь, кто, блядь, здесь проходил, напишите мне, чё, для чего это надо-то? Для чего жать эти кнопки? А как туда попасть? А, тут отрезано. Если бы спутнице можно было дать команду что-либо сделать, тогда бы я смог туда попасть. Может, там просто декоративно, как бы. И на самом деле туда нельзя. Ну, вообще, конечно, бредовая локация. Они что-то тут хотели, видимо, изобрести и придумать. Что-то у них нихуя не получилось, на мой взгляд. Зачем, блядь, это делать? Я просто поверить не могу, что все это говно здесь просто так устроено. Здесь выхода нету. Сюда двери незачем сдвигать. Там выход есть, но там дальше ничего нету. И мне не сделать так, чтобы, блядь, этот вагон остался здесь с открытой дверью, и я мог сквозь него пройти. Потому что я сюда иначе попасть не смогу. Это чушь какая-то. Да, это полная хуйня. Да, Fallout, не ожидал я такого бреда. Если бы хотя бы можно было бы как-то пролезть тут. По лесенке, может? Нет, нельзя. Не знаю, можете написать свои варианты, для чего это, блядь, было надо. У меня версии кончились. Два раза прошел, два раза посмотрел, ничего не понял. Ну и что дальше-то? Кота за яйца тянуть, собственно. Бред какой-то, блядь. А здесь почему на цепочку закрыто? Значит, что как-то можно это обойти. Да и как, блядь? Ну, станция-то зачищена хоть? Не зачищена. Значит, еще не все. Охуеть. Я тут, кстати, пока решил за кадром еще побегать, споткнулся об лазерный карабин, который выпал из какого-то... Как я это сделал? Как я отдалил? Что-то я не понял, как я... Хм. Термооптический, короче, смотрите какой. 79 дамага. Охереть. Тогда, значит, заряжающийся, извини. Недолго мы с тобой пропутешествовали. Пока-пока. Ну возьми, про... Блять, ты поэтому, сука, и таскаешь весь этот хлам, что продать пытаешься? Так, ладно, сейчас еще за кадром попытаюсь познать дзен этого уровня, блять, если нихуя, то... То уж не знаю. Нашел, кажись, познал дзен. Надо пригнать второй состав максимально влево. И тут будет единственное место с краю, где можно пролезть... Между составом и стенкой. В остальных местах там решетка стоит, а здесь даже лампочка специально мигает, что типа сюда можно. Блять. Сюда можно, но очень осторожно. А, и здесь закрыто. Ага.
Блять, я огребаю. Я страшно огребаю. Бля, ни хрена я такого дотошного, сука, включил, что, блядь, все залез. Вход-то должен быть, вот он. А он с глушителем, походу. Карабин разведывательный, усиленный какой-то. Что у него? Разведывательный, калиброванный, усиленный, чего? Ох, нихуёво. У меня таких патронов 1428. Что-то я не понял, а что это за ствол такой? 38-ми калибрами херачит, а у меня что, ты на 38-ми ничего нет, что ли? Хм. 22 урона. Я даже не знаю, много это или мало для такого. Разведывательный. Вон, кстати, криолятор, видите? 20 урона, 200 патронов и пиздец. Гладкоствольную беру, потому что у меня карабин есть. Ух ты, блядь, ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Это что за, за пушка такая, блядь? Ну тут... Блять, я думал, что это автомат. Ну как бы дамаг этой пушки намекает на то, что она говно, блять. Че это у него над головой за ромбик появился? Да, патронов таких у меня до хрена, но толку с них. Хирургическая пила. Шлем супермутанта с лезвиями. Может, это и есть главная фишка? Шлем супер... О, сопротивляемость урону 4, нихера себе. А почему я не могу выбрать этот предмет? А, он, наверное... Наверное, на другого супермутанта только может... налезть. Значит, будет спутник супермутант. Бутылка из-под молока. Броню с него нельзя содрать, что ли? Изоленты. Начинаю высматривать пупса какого-нибудь. Потому что, блядь, он должен быть. Я столько тут ебусь в этой локации, что... Не может быть просто, чтобы все это было за даром. Я проникся духом путешественника и приключений. Жажду награды. Отлично, отлично. Нет! Чуть жопу не оторвало. Гранату упавшую можно, наверное, не разминируешь уже, потому что... Потому что, ну, это было бы бредом. Нет, 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 нет! Хилка! Супермутант мясник, чё там? О-о! Да пошла ты! Хуй, блядь! Сука, не туда нажал, видео выключил, запись. Тварь, блядь! Давай, кто кого! Да, давай! Давай, мать твою! Ладно, ты победила, походу. Светящаяся гончая, пиздец! Что это вообще такое, нахер? Филе жало-крыса. Жало-крыло. А ядер-кола что, кончилось, что ли? Блять, не, это пушка, блять, пиздец. Надо ее выкинуть, нахуй. Прицельный. А что за ствол у меня стоял до этого-то? А. Где-то он тут есть.
Еще одна гончая мутант. Мясник какой-то, блядь, Тасари. Ёб твою мать. Нет, Кейт, ты знаешь что? Ты вставай, бля. В пилотку ей укольчик. Ей мясной туда укол надо делать. Сука, ничего себе, блядь, побоище. Консервы давай, что-нибудь делай. Стейки, они весят вон до хера. Нахер. Ой, ёпта, ничего себе. Блять, баба так, короче, не помогла. Пиздец, лечи ее, блять, не лечи, и похуёно. Бесполезное, блять, тупое создание. Сука, овца, блин. Сука, посмотрим, что теперь эти пидоры скажут. Мне и моей базуке, вашу мать. Перевес, правда, ебашься. О-о. Я думаю, с такой дистанции лучше не драться. Давай, пырни ее еще раз. А вот и мой дружище. На, сучка драная. Куда ты, блядь, отступаешь? Ебашься с ними до последнего. Сука. Черт, блядь. Он что, жив, что ли? Ёб твою мать. Она успела его пырнуть, слушайте, он там теряет здоровье. Блять. Ну чё, он не сдох ещё? Ёб твою мать, вот живучий хер. А, сдох, всё. Опыта, правда, за него что-то мне не дали. Наверное, он, сука, из-за радиации успел. От кровотечения, наверное, помереть успел. Или от старости. Hey. Так, ну-ка, забери-ка это говнище. До следующего, блядь, крутого моба можешь у себя держать. Пусковая установка. Вещь. Крышка. Стрелковый. Гладкоствольный. Опять это говнище, до которого у меня много море патронов, блядь, 20 дамага, ёб твою мать. А, он очередью стреляет? Да, хуй очередью он стреляет. Ж, блядь. Hey. Иди вот туда и не мешай. Не мешай осматривать мои призовые, блядь. Плюшки. Я сюда очень трудно и долго добирался. Оружейный верстак нахер пошел. Это что за нарукавники супермутанта? Это же одежда какая-то, блядь. Которую мне не одеть все равно. О, этой бошку оторвало. Короткий 44 пистолет. У меня такой был. О, нихуя он дамажит. А пистолет Келлога сколько? 60. Так и этот 60. Дальность 83-65. 83-65. Говнище. Металлическая броня для левой ноги говенная. Поднос. Чё, тут ничего интересного, в общем-то, нету, блядь. Чё он тут охранял-то? Утырок, сука, сраный. Наручи супермутанта, что ли, охранял? Где пупсик-то? Ни пупса, ни журнала, ничего нету. Как так-то? Чё, такое бывает, что ли? Я сюда час, блядь, добирался. Пытался залезть. Нихера тут нету в итоге. Отлично, блядь. Зато, типа, локацию зачистил. Охуенно вообще. Ебать, вот это кидалово, бля. Будете играть, короче, забейте хуй на эту локацию. Ничего тут нету. Говнище, блядь. Ты нахуй. На этой, блядь, минорной убогой ноте, короче, серия заканчивается. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Желательно пишите локации, в которых нехуй делать. Адьё.